достал из кармана куртки пистолет. Еще одно преступление. Насильник упал на землю. Мужчина бил его ногами. Ужас просто. Оправданию, конечно, не подлежат. Но прежде чем вы примете свое решение, я расскажу вам факты. Сейчас я абсолютно поменял свое мнение. На его месте я поступил бы точно так же. Я вижу, что вы не согласны. И я не согласна. И вы не согласны. Нет. Давайте разграничим понятия защитник и убийца. Какой приговор вынесут присяжные? Не по закону, а по собственной справедливости. За что лишение свободы? Что он спас девушку? Какой приговор вынесете вы? Судите сами. Премьера 5 апреля в 16:40 на Интере.